24 июня состоялось очередное заседание Думы города Владивостока. Особое внимание было уделено санитарным мерам по профилактике коронавирусной инфекции. Депутаты обсудили ряд важных вопросов. Прежде всего, это корректировка бюджета в связи с изменением безвозмездных поступлений, объема налоговых и неналоговых доходов. В текущем году параметры бюджета по доходам составят 21 миллиард 382 миллиона рублей. Основная субсидия, которую краевой бюджет нам предоставляет, пойдет на расселение жителей из ветхого аварийного жилья. Также будут выделены субсидии на подготовку к саммиту, дорожной сети, центральное благоустройство и приведение в порядок набережной на ДВФУ. Также были рассмотрены вопросы о предоставлении права получения почетного знака «Семейная доблесть Приморского края» одним из супругов в случае смерти второго. В повестке заседания Думы немаловажное значение имел вопрос внесения изменения в положение о порядке присвоения наименований и переименований объектов на территории города Владивостока. Целый блок вопросов был посвящен установлению границ территориальных общественных самоуправлений. Таким образом, Дума поддерживает инициативы жителей, направленные на участие в самоуправлении для решения вопросов местного значения. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.